Проект получения белкового концентрата из биомассы саранчи. Инновационность проекта заключается в том, что нами используется биомасса саранчи, то есть это ловятся живые существа, которые потом с помощью специальной технологии перерабатываются в муку, впоследствии чего мы можем использовать для разработки премиксов для применения, для кормления крупного рогатого скота. Необходимые инвестиции на данный проект составляют 3,5 миллиона рублей. Это на отработку технологии сбора данных насекомых, а также на изучение биологически активного состава полученного концентрата. Предложение инвестору либо это продажа самого патента, либо вступление в уставной капитал.